Убрать эту вонь. Последние часы своей жизни. Если ты пережил ядерный взрыв, как я, или сражаешься за свободу, как ты говоришь, от смерти не пристало. Что за той стеной? Снова тюрьма или свобода? Ты что, неинтересно? За мной! Черт! Смотри, куда руки ставишь. Лезь, давай. В сторону. Нужно прыгать. Давай, морпех, перепрыгивай на трубы. Давай, нужно двигаться. Хорошо. Будем держаться вместе. Выживем. А теперь осторожно. Получишь пулю, я помочь не смогу. От мертвого морпеха пользы никакой. Давай, сержант! Хорошо снова иметь цель. Делай то, что делаешь лучше всего. Твое появление просто подарок. Суматоха поднялась нешуточная. В центральной вышке есть система блокировки механических замков. Мы откроем в этом чертовом месте все помещения. А теперь осторожно. Сними охранника. Только тихо.
Нашел главный переключатель, сержант? Ты ж мудила! Еще один американец.
А где Бак? Черта с два, я его оставлю. Давай, идем со мной. Вперед! Где Бак? Куда они его дели? Ты о чем вообще? Впереди лифт. Это единственный выход. Без Бака мы не уйдем. Слушай, я здесь помирать не намерен. Либо ты со мной, либо остаешься. Черт! Вперед! Куда мы идем? Это выход? Да. Почему ты нам помогаешь? Это вы мне помогаете. Заходи, сержант. Когда-то я спускался по этой шахте. Это твой товарищ. По оружию он нормальный. Где мы? В Сингапуре, да? Хорошая шутка. Твой друг шутит. Я ирландец. Ты рэкер. Бак. Бак. Вот черт, точно. Так вы не знаете, что там наверху? Сосумо. Понятия не иметь, да?
Скоро все узнаете. Пусть идут первыми. Нарвутся на пули. Мы должны идти за ним. Но что же мне это не нравится? Thank you.
Чисто! Теперь что? А теперь пульт управления! Пульт управления? И где его, бля, искать? Рядом с воротами. Спокойно, американец, я все поправлю. Давайте, давайте, пошли! Заходите! Где же это? Так, хорошо. Это хорошо. Надеюсь, все, блядь, получится. У себя в голове уже очень давно. Я чувствую себя разбитым. Что он, бля, говорит? Вертолеты! Мне нужно время, чтобы открыть ворота. Очнись! Вертолеты! Они скоро будут здесь! Готовьтесь! Переклаймеры, взрывчатку, все, что может пригодиться! Рекер! Вертолеты! Они атакуют с крыши! Ну же, Рекер. Вот это уже совсем охренеть! Сдерживайте их! Есть! Веду огонь!
сведем. Патроны в магазине. А теперь что? Огонь на подавление. Почти готово! Защищайте комнату управления! Что дальше? Что дальше, командир? Есть! Начинаю обстрел! Поменяли, отправляемся. Чисто, все лежат. Бля, едва пронесло. Ты как, Рэг? Пошли! Ладно, русский, давай, открывай ворота. Да, сейчас все сделаю. Сработало, они открываются. Это что еще за херня? Заело! И так хватит. Ничего, сможем подлезть. Парень! Сука! Ты хочешь убить ту женщину, которая нас только что спасла? Успокойся! Черт, с два! Ты нас сдала! Дай мне объяснить! Нахер все! Ты предательница! Ты работаешь на Чана! Нет! Если я кого и предала, то только Чана! Он хотел убить Цзиньзе, а я должна была его защитить! Ну и что с того? Он все равно, блядь, мертв! Нет! Ничего подобного! Замолчите, детки! Вы же не хотите здесь подохнуть! Пойдемте! Хватайте оружие! Ругаться будем потом. Поверить не могу во всю эту херню. Пора выбираться отсюда. Назад, помоги мне с воротами. Рекер, вот, возьми. Бинокль все еще у тебя? Господи, какой мороз. Где мы, мать ваша? Смотрите как! Свобода! Хорошее место для тюрьмы. Будьте осторожны. Возле тебя? Конечно, буду. Ирландец, я на вашей стороне. Ну, конечно. Не засирай мне мозги. Если бы я не взяла вас в плен в Сингапуре, мы бы все погибли. А Бак? Как же Бак? Ты его тоже спасла? Давайте! Пошли! Патруль, впереди у башни. Снег послужит хорошим прикрытием. От укрытия к укрытию. Валите!
сержант! Я нашел взрывчатку! Вертолеты над грядой! Назад, отходим!
Почти на месте! Thank you.
Они решили... Держи!
там вагон. Бежи! Свобода, слава богу! Давай, старик, убираемся отсюда. Мы как селедки в почке. Есть идея получше, ирландец. И говорила, что Дзиндзе не погиб. Чан пробовал его убить, но не вышло. Теперь он на борту Валькирии. Твой так называемый муж, что ли? Да, это был план ЦРУ. Если Чан узнает, где он, будущее Китая будет под угрозой. Да пропади этот Китай. Под угрозой будут все на борту нашего корабля. С этим мы ничего не поделаем, друг мой. Ты кто, блядь, такой? Это что, блядь, за чувак? Черт. Это тоже часть гребаного плана? Вертолет! Летит сюда! Я выживу. Русский чувак погиб. По крайней мере, он умер свободным. Подъем. Нам предстоит долгий путь. Проверка систем. Есть короткие волны, сэр. Также работают РТР и несколько основных приемников. Как приблизимся к Суэцу, попробуйте связаться с Исмаилией с помощью направленных антенн. Но до тех пор сохраняйте молчание. Слушаюсь, капитан. От могильщика сигнал не поступал? Ничего. Ни малейшего признака их радиомаяков, сэр. Мы здесь все сдохнем нафиг. Будем держаться вместе, не умрем.